Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Есть какие-нибудь ивенты? Нету, к сожалению. Плохо. Я даже немножко расстроился. Ладно, давай откроем тогда с тобой бесплатный пак. Где он у нас тут находится? Вот он. Точнее, это не пак, а пиньята, но мне удобнее называть это паком. Смотрим. Так, нам достается чеснок, гарлик и горохострел. И все. Больше здесь ничего, к сожалению, мне не дадут. Ладно. У нас что-нибудь интересное новенькое появилось здесь? Какое-нибудь растение или мята? Кстати, друзья мои, сегодня мы покупаем новое растение. И я вот сижу и думаю, кого взять? Слушай, я, наверное, склоняюсь... Знаешь... Чему? Давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, яблочную мортиру. Да? Давай-ка мы ее купим. Ну что же, а вот и она. Как ты знаешь, да, каждый месяц мы с тобой покупаем по одному растению. И осталось у нас с тобой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 9 растений, 9 месяцев получается. Ну что же, насколько я помню, яблочную мортиру я могу улучшить. Потому что у меня были на нее, как говорится, семена. Так, надо только ее найти, где она у нас тут нахуй. Вот она. Так, ну что, первая прокачка всего лишь обходится мне в 1000. Следующая мне обходится в 2500 монет. Надо же, у меня даже есть еще и на третью прокачку, где требуется уже 5000 монет. Ну, пока я этим заниматься не буду, ребят, потому что элементарно нет денежек. Ну что, а мы с тобой переходим к ивенту. Давай посмотрим, что у нас тут за ивент. Жабы солнечные. Так. И подсолнухи. В чем прикол? Пока не ясно. Ладно. Давай посмотрим, что к чему и почему здесь. Так, бегут зомбари. Так, мы можем с тобой сделать вот так, в принципе, да? Подстраховаться, так скажем. Сюда поставим, так, заморозим. Вот оно что. Так, жаба, давай. Быстро, быстро, быстро этого. Хопа, схавали. Так, мы поставим сюда с тобой еще. А что, у нас до сих пор еще праздник, что ли, идет? Что-то я смотрю, зомби тут веселые. С колпаками, все дела. Ну, видимо, да. Так, опа. С тортиком, правильно, захомячили его. Так, секундочку, ну-ка, пожирай одного за другим. Тут и оно. Давай сюда жабу поставим. Слушай, довольно легкий, по-моему, ивент у нас здесь получается. Сам видишь, да? Сейчас мы опять с собой сделаем вот такую штуку. Нет, не будем пока. Удобряшку мы с тобой прибережем. Здесь я поставлю. Ага, вот здесь уже надо будет, ребята, вот так вот активировать. Хоба. Всех захомячили, все довольны. Так, я не понял, зомби, ты что, совсем что ли припух? Совсем, я смотрю, совесть потерял. А этот с шариками идет довольный. Ну и все, сейчас, в принципе, вот этот чудик подойдет. Мы его захомячим. И ивент будет пройден. Даже вот так сделаем. Все, ребят, вообще проще простого, на самом деле. Так, вишневая бомба мне достается. Плюс 5 горохострелов. Ну и 2000 монет. Замечательно. Так, с вашего позволения, мы проходим еще раз этот ивент. Не потому, что мне, например, нравится, а мне нравится, ребят, получать здесь награду. Денюжка и семена на растения. Ну что, давайте еще разочек сыграем. Тут я даже думаю, наверное, можно ускорить, в принципе, да, процесс игры, потому что здесь ничего сложного нету. Так что все будет у нас под контролем. Так, ну этих съедят. Сейчас посмотрим. Так, опа, 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 бежит голодранец. Но этого мы сейчас потушим. Здесь жабу. Куда ты разогнался?
Охламон. Побежал он уже мне, понимаешь ли. Так, подожди, что-то тут как-то слишком быстро. Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот так сделаем. Будем через жабу играть. Будем играть через жабу. Так, вот самый противный — это, ребята, который идет с факелом. Поэтому нам придется сделать вот так вот. Да? Да. И вот так. А здесь, блин, вот здесь, наверное, придется заморозку все-таки ставить. Ну, схомячили. Так, секундочку, вот это мне не нравится. Успеваем? Успеваем, все. Дальше нам надо вот сюда, наверное, поставить. И жабу. Золотая монета. Да, друзья мои, в принципе, все. Ага, все. Я уже думал, что это были последние враги. Нет, еще, оказывается, не все. Идут. Мы с тобой сделаем, знаешь что? Вот так. Все, довольно быстро. Очень быстро, ребят. Так, три капусты, три подсолнуха и опять же 2000 голды. А вот здесь вот был суперприз. Ну что, прекрасно. Теперь давай с тобой проходить разные миссии, разные задания. Сейчас посмотрим, что у нас там находится в Penny Pursuit. У нас вот тут награда есть. Гемы мы с тобой зарабатываем, да? Сколько там? Три штуки? Две. Так, мы отсюда с тобой выходим и смотрим на Penny. Что у нас в Penny? Поменялось или нет? Ага, да, мы с тобой вот здесь остановились. И я думаю, что... Скорее всего, пойду, ребята, за деньгами. Деньги нужны, 1200. Но вначале схожу на огород и посмотрю, что у меня там с растениями. В плане, я что-то не понял. Я что, в прошлой серии забыл посадить все цветочки? Ё-моё. Ой, Рэй, ну ты лопухнулся, а. Ладно, Жужу, иди сюда. Опыляй вот эту вот ромашку. Плохо на самом деле. Я думал, что у меня хоть что-то будет готово, да? Кстати, у меня 5000 монет пока еще нету. Ух ты. А что это у нас? А, здесь же, да, точно. Разыгрывается виноград. Погоди-ка секунду, а почему я виноград не видел? Секунду, ребята. Кое-что я хочу проверить. Мы сегодня покупали с собой растения, так? Так, я купил это. А почему винограда здесь не было? Он же... он же донатный. Или уже нет? Че за дела? Его у меня нету. Это я знаю 100%. Я его не приобретал. Ну-ка посмотрим. Друзья мои, вот он здесь покупается за деньги. Странно. А почему же его тогда в магазине не было? Я бы купил, наверное, все-таки виноград бы, скорее всего. Ладно, друзья. Нечего тут рассусоливать. Давайте-ка мы уже будем приступать к прохождению. Правда, мне некого поставить против этих врагов. Но все равно. Все равно я буду бороться здесь до последнего. Ох ты. Давненько-давненько не было с водой. У нас ничего связано. Что же тогда нам взять? Давай-ка я возьму, наверное, вот этот вот перк. Ой-ой-ой-ой-ой. А есть ли толк от него? Ладно, ребят, не имеет значения. Я возьму... фасольку. Кто у нас еще? Наверное, вот этого возьмем. От риса здесь, наверное, толку мало будет, да? Возьмем с тобой мартирочку яблочную. От мин тоже, скорее всего, мало будет толку. А кувшинка здесь есть? Кувшинка есть. Вот, вот это уже хорошо, ребята. Кувшинка как раз водоросли. Вот здесь-то мы с тобой и потратим их. Тогда мы сделаем с тобой еще вот так вот. Летающих здесь нету, нету. Здесь вот эти вот есть. Голодранцы. Хм. И, наверное, подсолнух с тобой возьмем. Все. Ну что, поехали? Попробуем здесь отбиться как-то. Как-то попробуем отбиться. Крокодильчики. А, надо было крокодилов мне взять, точно, ребят. Ну-ка. А, вот как он делает. Вместо одной сразу появляется несколько. И это хорошо. И это хорошо. Так, мы сейчас с тобой здесь все застелим.
Куда вы там ползете? Давай, 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 водоросли. Почему? Почему? Ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки мои. Смотри, что происходит. Эй! Отталкивай, фасолька, отталкивай их. Ох, сейчас было круто. Сейчас было серьезно круто. Ага. Вот там пилим этого гаденыша. Так, я здесь, наверное, вот так вот все застелю, друзья мои. Подожди-ка, может быть, нам еще. Хотя зачем? А вот интересно, который под водой, мы сможем, например, оттолкнуть? Давай проверим. Да, не имеет значения, да? Там или сям, они все равно, ребята, отлетают. Давай, давай, топи. Упс. Четенько. Так, этот-то куда там поплыл у нас? Плывун. Быстро его ко дну. Вот это вы зря. Ох, зря вы, ребята, на нас тут наезжаете. Слушай, яблочный мортир вообще кул. Смотри. Наяривать будь здоров. Так, это я все собираю. Ну куда ты вышел? Куда ты вот вышел? Скажи мне на милость, а? Вот куда ты идешь? Тебя сюда никто не звал. Иди отсюда. Он теперь за нас. Он теперь, друзья мои, за нас. Дерется против зомби. А если вот так вот? Ага. А на этих не действует, которые вот на лодочках на этих. А нам по барабану. У нас есть водоросли. У нас есть водоросли, которые сейчас все тут уничтожат. И вот так еще. Капуста, гипнокапуста. Не какая-то там обычная простецкая капусточка. Какой-то долгий уровень. Куда вы там ползете, а? Всех топи. Прекрасно. Мортира в атаку. Давай вот здесь, наверное, с тобой отбросим их всех назад. И используем удобрение на мортиру. Ну что я тебе скажу. Очень-очень хорошая победа у нас, ребята. Мне понравилось, как мы здесь. Ну, естественно, конечно же, нам помогли с тобой водоросли и кувшинка. То, что они у нас были под удобрением. Зато, как говорится, пригодились. Так, дай-ка я заберу здесь награды. 5 гемов. 5 гемов — это всегда хорошо. И давай-ка мы с тобой здесь, наверное, новые растения посадим, потому что 2 ячейки у нас освободилось. Даже 3. Шипастая лужайка, орех и опять же у нас тут ромашка. Окей. Так, друзья мои, что у нас здесь на заключение? Опа. Ну что, попробуем? 4 уровня зомби здесь. Ну, не знаю, справимся мы или нет. Ну, попытаться стоит. Неужели заморозка? Лед. Давай возьмем, наверное, с тобой щит. А нет, не заморозка, я ошибся, ребята. Подсолнухи я здесь брать не могу. И это плохо. Что тогда нам делать? Тут у нас, я смотрю, буйволы, ладно. Давай сделаем так. Блин. А что еще-то? Гипногрипп, гипногрипп. Но он обычный. Под удобрениями ничего нету. Ладно, возьмем с тобой тогда еще бумеранг. Бонгчой, наверное, нет смысла брать. Буйволы, там еще у нас... А, еще и маги. Вот у меня что есть. А толку от него? Он же, по-моему, питается от подсолнухов. Фиг с ним, пускай будет. Главное, что он под удобрением. Соответственно, будет наносить урон. И тогда мы с тобой возьмем еще вот так и рис. Или нет, подожди, наверное, нам лучше бублиша взять. Нет, вот этот, потому что там, видишь, ребята, эти чудики, которые будут
могилки эти разбрасывать. Поэтому лучше возьмем тогда вот так. Ну что, расставить. Так, сделаем с тобой вот так. Тут, наверное. Поехали. Я не знаю, что из этого получится, ребят. Я не знаю. Так, главное, что мортиры вот эти вот мои останавливают врагов. Это очень хорошо, ребят. Так, ну что, дальше, наверное, нам... Не, пока ничего не будем делать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, не хочу пока тратить. Давай вот так, наверное, сделаем. Смотри, как жарит долго. Блин, вон там маги появились. Давай. Бомби, как никогда. Слушай, сейчас пойдет волна. Пережить бы нам вот это все. Эти маги, я не помню, что они делают. По-моему, превращают нас в овец. Да? Они же, по-моему, делают. Давай, бумеранг. Эй, куда по... Куда погнал? Так, все, ребята, больше я здесь ничего поставить не смогу. К сожалению. Могу только воспользоваться своей удобряшкой. И все. Ну, превосходно. Пока все получается вроде бы. Давай, 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 эти. Всю шпану-то уничтожаем. На всякий случай вот так вот сделаем. Блин, ты посмотри, сколько здесь магов идет. Офигеть. Так, мы выполнили с тобой часть условий, да? Трэш. Какой тут... Смотри, что творится. Особенно внизу. Блин, да хорошо, у нас еще щит, но он исчез. Ребята, пора так делать. Потому что они щит там пробили. Так, неплохо. Так, вот они последние, да, голодранцы. Справимся, как думаешь? Давай посмотрим. Ну тут, в принципе, электричество еще бомбит. Да. Все у нас тут получится. И это круто, на самом деле. Значит, получается, мы все с тобой испытания прошли, да? От первого до последнего. Ну, единственное, что, конечно, разница в том, что у нас не все уровни сложности пройдены. Ну, это уже, как говорится, другой, да, вопрос. Нам... Ага! Ребята, зомбос-то созрел. Ты представляешь? Зомбосик-то созрел. Пойдем с тобой на самое простенькое, потому что у меня нету растений под ультой. Поэтому будем с простеньков начинать. Сейчас посмотрим, кто здесь. Что за босс? Ух, ё-моё. Это будет, ребята, печальный эксперимент у нас. Блин. Так, давай подумаем. Что нам здесь нужно сделать? Как нам эффективнее всего здесь бороться? Нам дали виноград, это уже хорошо. Нам дали виноград. Тут этот еще голодранец будет. Не знаю, возьмем так с тобой, наверное. Плюс капусту. Мину.
капусту, мину. И что еще? Наверное, подсолнух нам понадобится здесь. Хотя я не уверен в этом. Что делать-то, а? Кого еще взять? Рис, наверное, придется нам с тобой здесь взять. И... Блин, нам нужно будет его бомбить. Где у меня яблочная мортира? Вот, я ее еще возьму. Ну что, ребят, попробуем вот таким вот составом поиграть. Я вот этот ряд хочу подсолнухами застелить. Здесь вот, наверное, мортиры будут стоять. Так, капусту цветную сюда поставим. Здесь, естественно, начнем с мин. Вот таким каким-то образом. Ну, не знаю, ребят, что у нас из этого получится. Будем смотреть, поехали. Вышел, да, голодранец? Так. Это у нас босс с Дикого Запада. Все прекрасно его знают, помнят. Надеюсь, что не любят. И он сразу начинает бомбить, серьезно, что ли? Вот прикинь, сразу же две мортиры минус. Так. Да-да-да-да. Ой! Он еще тут и курица, ребята. У него еще и курица здесь. Офигеть. А ведь я этого не знал. Поехали, виноград. Четенько, да? Ух, зря я, наверное, брал подсолнухи, потому что здесь просто наваливают, ребята, немерено нам. Так, стоп, что я хотел? Виноградина, давай. Блин, я могу ее только вот здесь, ребят. Ух, сколько тут всего, а? Взрываем. А что не взрывается-то? Вдруг взрываем? Виноград. Ох, гаргантюахи пошли, ребята. Гаргантюахи. Сколько у него здоровья там? Одна жизнь осталась, да, всего лишь? Что мы будем делать? Пока ничего. Виноградина. Трындец тут просто этих энергии солнечной. Ты посмотри. Ух, как классно. Мортира, давай. А, все, мы с тобой уже босса, грубо говоря, ребят, подбили. То есть награду мы получим полностью, да? Куда он? Как же так-то, ребят, ну как же так, а? Продавил, продавил у нас тут. Хитрец, однако себя. Как он так умудрился? Почему мы прозеватели с тобой этот момент? Непонятно. Так, мортира, вперед. Виноградина. Опа, гем даже выпал. Вот на первой сложности довольно легко, да, ребята, играть. А вот стоит чуть-чуть посложнее поставить, и все, и начинается трэш. Но мы выиграли здесь. Так, 2200 монет плюс 10 виноградин. А что в пиньяте спрятано? Так, ну это понятно, это монеты. Так, орех 5 штук, самый обычный. И кукуруза сладкая тоже 5 штук. Ну и 10 винограда. Прекрасно, ребята. Ну что же, мы потратили с тобой энергию последнюю, да? И теперь у нас нет ничего. Надо будет потом попробовать немножко посложнее. Но мне кажется, мы не... Хотя, подожди, вот у нас есть, ребята, еще попытка. Ну что, будем с тобой второй уровень сложности пробовать одолевать или не будем?
Давай, давай попробуем. Ой, зря я это делаю. Ой, зря. Ну, кто не рискует, как говорится, тот сам, знаешь, ничего не делает. Наверное, я ничего менять не буду. Единственное, что возьму вот этот перк. А здесь, скорее всего... Так, секундочку. Остав... Состав мне прежний оставьте. Let's rock. И расстановочка, которая у нас... Блин, а почему расстановочку-то не поставили? Эй! Зашибись. Вот и, ребята, я потеряю драгоценные секундочки. Так, курица, ну это понятно все. Курицу тут побежали. Рис, блин. У нас немножко другие с тобой должны быть приоритеты. Так, виноградина, да? Да ну, блин. Не дадут они мне тут спокойно, ребят, пожурить. Не дадут. А где мортир? Я мортиру что не взял? А что это вообще за команда? Я не понял, ребят. Что это я не врубился? Я брал мортиру яблочную. Где она у меня? Скажи-ка мне на милость. Ее просто нет, вот и все. Что-то там психуешь, ножками там своими хлопает. Вот, вот он почему хлопает. Чтобы уничтожить, чтобы раздавить нас. Как клопов. Понимаешь? Да. Сколько он? У него еще 5 здоровья. 5. Это дофигища на самом деле. Рис. Давай, бомби, атакуй. Бомбим. 3 хп, да? Сколько у нас? Минута еще в запасе. Что такое минута в запасе? Это ровным счетом ничего. О-во-во, он тем более вот так, если начнет буянить, то тут понятное дело, да? Ничего хорошего не жди. Ладно, влупляем. Мне сегодня удобрений не собираются подкидывать. 34 секунды, ребята, совсем маленько нам не хватит его прожурить. Буквально чуть-чуть, к сожалению. Сейчас он еще и побежит, псих-то этот. Побежал, да? Давай, рис, наяривай. Да, ребята, чуть-чуть нам не хватило с вами подбить. Буквально одну полосочку здоровья. Почему-то тратить 28 гемов. Давай. А, всего 28 секунд дают. Почему так мало-то? Ну 28 секунд, это не серьезно. Ведь это же не серьезно, 28 секунд, ребят, ну. Они меня решили курицами, да, забомбашить. Петушары, а? Да фиг с тобой, давай. Я тебя вот так вот расстреляю, комочками снежными. Ну, вот и все, ребят. Чтобы не зря, как говорится, я тратил свои гемы. Я его ухоркал. Просто он меня достал. Он меня курицами своими решил пробомбить. Ну, пробомбил. Ну и всыпали мы ему тоже, кстати, знатненько, ребята, да? Отлично. Чтоб не чувствовал себя тут королем ситуации. 2700. Так, 5.
прыгающая фасоль и плюс 5 свеклы. Ну, а, еще и 5 водорослей. Ну и 15 винограда. Замечательно, друзья мои. Главное, что я прошел. Потратился, но прошел. Так, а теперь что у нас? Здесь все, здесь... Почему, опять энергия есть? Он что сегодня бесконечно... Ну, естественно, ребята, я не пройду последний уровень сложности, я не пройду. Давай тогда здесь еще. А, тут, знаешь что, тут не тратится энергия. Тут дается 3 попытки на то, чтобы победить зомбосса. Все-все-все, ребята. Я вот единственное не понял, почему у меня здесь, когда я, ну, сделал прежний свой состав, почему у меня куда-то исчезла мортира? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот смотри, я делаю так, и где мортира? Мортиры нету почему-то. Потому что ее... Мы еще и играли, оказывается, в меньшинстве. Вот что. Кстати, мы улучшим с тобой мортиру. Ай, хороша. Хороша, ребята. Ну что? Слушай, может быть, вот это вот убрать, потому что, ну, от цветной капусты, если ты не заметил, толку ноль. А вот знаешь, что нам понадобится здесь? Шипастая лужайка. Ты спросишь, почему? А потому что на нас постоянно бегут... А, мы можем с тобой взять вот так даже. Или же... Электрический горохострел. Тут... Не, наверное, вот так все-таки я возьму. Блин, или все-таки горохострел. Электрический, а? Наверное, горохострел все-таки возьму. Все, погнали. Это, ребят, как раз против куриц. Против электрических куриц. Достаточно вот так вот поставить. И главное, чтобы никто тут их не отвлекал и не мешал. Подсолнухи. Я не знаю, нужны ли нам эти подсолнухи. Как бы, по идее, вряд ли они нам пригодятся. Потому что здесь энергии дают, ну, с головой. Солнечная энергия просто в изобилии падает нам на голову и... Поехали. Хватит, как говорится, меньше слов и больше дела. Верно? Верно, друзья. Ну давай, зомбос. Довольно. Ну здесь мы, в принципе, должны его и так ушатать. Угу. Так, мины ставим на место, которые у нас отняли. Мортирочка. Так, мину сюда еще поставим. Ну-ка. Подожди, подожди, подожди. А как тут? Там не срабатывает. Ясно. На всякий случай тогда поставим сюда еще. И сюда, чтобы везде у нас с тобой были горохострелы эти. Вот, совсем другое дело. И виноград. Плюс мортира. Давай, вылупляем. Вообще идеально. Так, гаргантюа. Ну, с ним мы разберемся по-другому. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Буйволы, успокоились. Разогнался он тут, понимаешь ли. Так, с вашего позволения, где мина? Вот мина. И вот так вот. Четко? Все четко. Гаргантюа сразу отдупился. Все, босс побежден, ребята. Как ты видишь, шкала уже моргает наверху. Это говорит о том, что надо его просто... Точнее, не добить, а просто подождать время. А времени у нас еще минута. Представляешь? Мы так быстро с ним разобрались. Так, все это забираем. Я в шоке, что тут творится. Так, он что за... Он собер... Ага, не получилось. На мину напоролся, да?
Хотел уже было разогнаться. Так, забираем здесь все. Да мы бы, наверное, и в тот раз бы его смогли одолеть своими силами, если бы мы не продинамили бы с тобой этого мортиру. У нас не было там мортиру. Круто. Тут, ребята, ну просто круто мы сыграли. Так, что нам здесь выпадет? Ну, это понятно, монеты. Так, ядовитый гриб. И спорогриб. Прикольно, чуть-чуть не хватило, да? Ну и 10 виноградин. В следующем месяце, это когда у нас будет? Июнь. Мы с тобой, наверное, откроем все-таки виноград. Довольно хороший, да? Фрукт. Такой бомбит. Не по-детски. Так, что у нас тут? Ага, гемы. Забираем. И теперь у нас как бы небольшая проблемка с ареной. Почему, ребят? Во-первых, у нас нет гемов. А, вот. Слушай, теперь у нас есть гемы. Получили. А сколько у нас с тобой монет? 8000. Мы, кстати... О, да, нам нужно получить с тобой здесь еще 50 гемов. Две перчаточки есть, это хорошо. И давай-ка мы посмотрим. 8000 есть, почти 9. Мы же можем кого-то с тобой прокачать, ведь правильно? Пенек, по-моему, 20000. Во. Мы периодически все равно с тобой используем, да? Близнецов этих... сиамских. Так, у нас еще 5000 в кармане. Свекла 10 стоит, ничего себе. А банан тоже 10. А ты? Да ну хорош. Вы все что ли стали стоить у меня 10? Вы такие дорогостоящие растения. Ну да. Чем выше уровень, тем дороже они стоят. Ладно, ребята, мы с вами. Так, тут еще пинеточки, поехали. А, тут, наверное, уже режим-то поменялся. Давай посмотрим, против кого мы будем с тобой тут воевать. Так, понял, все, фараоны, да? Значит, здесь могилы, против могил мы с тобой берем кого? Естественно, ледяной наш этот. Его, так, тут фараоны, мумии. Ага, тут еще и с факелами идут. С факелами. Против них-то как? Ну, возьмем с тобой вот это вот. Вот так, скорее всего. И нам понадобится подсолнух. Что, друзья мои, рискнем? Попробуем. Не могу тебе сказать точно, что здесь у нас получится. Но будем стараться. Так, здесь засеем все минами. Здесь засеем подсолнухами. 5 мину. Все. Let's rock. Поехали. Зомби бегут, я вижу, вижу. Так, ну-ка. Отлично. Надгробие, так сказать, мы с тобой сразу уничтожили все. Мне нужен гранат. Как он долго откатывается, а, ребята? Как долго откатываются гранаты, а? Кто бы мог подумать. Вот такую вот он лужу здесь устраивает. Какой-то довольно легкий винт. Или мне кажется, может быть, так. Ага. Надгробия пошли бросать, ребят. Блин, мне нужно вот это вот растение. Все, взорвали мы их. Почему? Почему они не отлетели? Они должны были отлететь, ребят. Так, гранат, давай сюда. Гранат взорвался. Так, здесь... Все шикарно. Так, ну мы с тобой 90 тысяч уже набрали. Все равно вот солнечной энергии не хватает почему-то. Может быть здесь ночь?
поэтому как бы, ну, тяжеловато здесь копится энергия, потому что они должны, по идее, давать намного быстрее, а тут как-то, ну, медленно все идет. Так, все взрывается, все хлопает. Давай вот так сделаем. Замечательно. Так, ну удобр... Кто там, Гаргантюа, что ли, идет? Мне послышалось. Наверное, мне послышалось. Я думал, что там Гаргантюа... Нет! Ничего подобного, ребят, ничего мне не послышалось. Вон Гаргантюа идет. Ай-яй-яй. Гранат, ты мне нужен здесь как никогда. Гранат, алло. Блин, пока его дождешься, во. Поехали. Блин, я-то на самом деле думал, будет получше эффект. Десять секунд. Ну что, мы пока, ребят, с вами лидируем. И я думаю, что здесь будет победа за нами. Все. Прекрасно. А у него... А у него что, ребята? А у него какая-то ерунда. Если бы у него вот было такое растение, ему бы не пришлось тратиться на могилоеда. А мы с тобой забираем еще 4 пиньяты. Так, и 50 гемов, насколько я могу понимать, да? Ух ты, красавчик вылез. Escape root. 30 граната? Спаси... Ох ты! Я же могу его теперь прапать, ребята. И еще 50 гемов тут зарабатываем. Ну, просто шик. Согласись, просто шик. Срочно идем к нашему гранату. Он сейчас получит у меня второй всего лишь уровень. Но, согласись, это уже плюс. Гранат, ты где? Вот он. Нет, яблочный мортира тоже? Ёлки-палки, она у меня может еще прокачаться. Блин. Так, подожди-ка. Совсем чуть-чуть не хватает, ребята, буквально двух гранатиков, чтобы мы с тобой могли его прокачать на третий уровень. Ну, то, что яблочную мортиру, блин, ребят, надо прокачать. Ну, согласись, она хороша, мортирочка-то эта, хороша ведь. Так, ну что, попробуем с тобой тогда сделать следующее. Сейчас мы пойдем с тобой, возьмем конфеты, 10 штук. Попробуем так. И после этого 8 пиньят. Ну, опять же, лишь бы не профукать, не продинамиться нам. Против Пелена. Я думаю, мы, наверное, с тобой ничего менять не будем. Пока вроде бы все отлично, все меня устраивает. Поэтому состав будет у нас прежний. Поехали, и даже постановку мы с тобой такую же сделаем, релот. Все, let's rock, поехали. Если даже и будем плодить, то это будут у нас, естественно, наши мины. Главное хорошо стартануть, верно, ребят? Хороший старт — залог успеха. Так, мины. Куда вы прете, гладранцы? Нечего вам тут делать. Так, забираем энергию. Блин, эти вот могильники бесят меня. Как с ними? Вот так вот, наверное, разбираться приходится, да? Где отсюда? Их нужно ловить прям вот на самом-самом... На самом финише. На самом старте, точнее. Когда они только появляются, когда только свой маленький вонющенький нос достают, надо их сразу тут прижуривать. Только тогда будет нормально у нас все получаться. Упс. Хорошо-то как, а? Ну прям великолепно. Бумкает, что надо. Давай вот так вот сейчас. Вот сюда, наверное, да? Ай, замечательно. Слушай, ну гранат на самом деле тоже хорош. Я бы даже сказал, очень хорош. Очень хорошо нам помогает, выручает. Так, сейчас здесь бумкает, отлично. Так, я слышу шум гаргантюахи. Да? Чешками там своими шуршит. Ну-ка, откинем супостатов этих и сделаем вот так вот. Ай, как хорошо. Просто замечательно. Ну что ты, гаргантюаха, тебе
Плохо было сказано, что ли? Ах ты, мелкий ты говнюк. Ты смотри, что он сделал, ребят. А мне даже никак здесь и не защитить. Вот это, кстати, надо, ребята, учитывать. Вот этот момент, что он может вот этого своего зомби, мелкого ханолика, выкинуть. Давай сюда, наверное, поставим с тобой, да? Так, погоди секундочку. Наверное, вот сюда поставим. Мне гранат в помощь. Да в плане еще один гаргантюа. Эй, эй, не надо. Ну ведь это нечестно. Иди ты отсюда. Ау, их тут двое. Их тут, оказывается, уже двое, ладно. Еще и пирамида головы идет. Ну, мы тут выиграли, судя по всему. Да, ребята. Замечательно. Так, что у него тут было? Ну, опять же, у врага как-то вот не особая команда, если честно. Ну что, мы с тобой зарабатываем 10 этих конфет. 10 конфеточек, да? У нас еще одна перчатка. И мы с тобой на втором месте аж прям. 8 пиньят. Ребят, я хочу получить эти 8 пиньят. Я хочу их открыть и что-нибудь получить. И самое главное, что мне нужны финансы. Потому что, ну ты сам видел, у нас растения, которые очень хотят прокачаться. Очень хотят. Просто вот сил нету, как они просят: Рэй, прокачай нас, пожалуйста. И я не могу им отказать. Это же мои цветочки. Мы же воюем против зомби, ребята. Мы защищаем кого? Дэйва, который сидит вот в этом доме. Да, сидит. И вся надежда у него на нас. Поехали. Так, что нам с тобой в плане? Как-то враг уже начинает набирать обороты. Такого быть не может. Я не верю в это. Неужели враг созрел, а? Да, ребята, он созрел очень сильно, поэтому нам надо сделать вот так. И все равно это мне не дало никакого преимущества. Ха-ха-ха. И даже так не дало мне преимущества. Что ж ты будешь делать-то, а? Что-то здесь не то, друзья мои. Что-то здесь совсем не то. Он меня все равно потихоньку, ребята, опережает. Ну, мы практически с ним сравнялись уже, если сказать точно. Я немножечко его прожурил здесь. Чуть-чуть буквально. Поехали. Прекрасный сейчас был ход с моей стороны. Нахлобучить его. Ну-ка, оттолкнем голодранцев. А этот все свои могилки разбрасывает, да? Опа, меня опять, ребята, обошли буквально на повороте. Ты представляешь? Просто взяли и обошли на повороте. Как быть? Что сделать? Подсолнухов-то у меня, конечно, куча, только толку у меня от них. Я не знаю, ребят, давай вот так, наверное, сделаем. Зря там сработал. Ну, блин. Ну, как же так-то, а? Поехали. Нет, не надо, ну опять же на ту же самую, ребята. Ах, та же самая ошибка. Что в тот раз, что в этот раз, да? Ну вот так вот всегда и получается. Так, у нас с тобой. Вот так мы с тобой откинем их. И здесь еще их всех и взорвем. Опять ты идешь там шуршишь чулками, а, гаргантюа? Может, завязывай уже, а? Ну, серьезно, сколько можно уже терпеть-то тебе? Шелестит там, понимаешь ли. Блин, ну блин. Эй, друзья мои. Не имеем права проиграть. Не имеем права проиграть. Я прикинь, успел? Я успел. Я все-таки вырвал победу, ребят, зубами.
Слушай, ну этот хлопчик, смотри-ка. Я что-то, кстати, не догадался про эту-то мину. Действительно, эта же мина у меня тоже прокачана. Но, тем не менее, 8 пиняточек у нас в кармане. И давай их вскрывать, смотреть, что нам отсюда выпадет. Так, свеколка. Нет, это редиска, скорее всего. Так, электрический камыш. Болгарский перец. Так, космический орех. О, капуста гипнотическая. Угу. А вот, ребята, мы и проапаем с вами наш гранат. Ну и прыгающая фасоль. Плюс 10 подсолнухов. И все. Ну, этого более чем достаточно для меня, ребята. Потому что я уже могу прокачать наш гранат. И это круто. Согласись. Денег, конечно, маловато, но зато прокачаем. Где он у нас? Вот. И таким макаром мы с тобой добрались до 3-го уровня для него. Блин, яблочная мортира. Где можно здесь заработать много денег? Кто мне подскажет? Вот здесь только, да? Я на первом месте, такой деловой, стою здесь. Меня быстро оттуда скинут. Так, друзья мои, ну что? На сегодня, я думаю, будет достаточно. Кстати, надо было глянуть, сколько нам с тобой не хватает до следующей награды, именно на арене. 20 пиньят. Нет, можно было бы, конечно, посмотреть рекламу, перчатки. Ребят, короче, так, видосик выкладывает. Если вы голосуете, чтобы я дальше проходил арену, то я сегодня выложу эту арену. Точнее, сегодня поиграю, а завтра, наверное, она все-таки выйдет у нас. Если нет, то я сделаю это все за кадром. Уже сам по себе отыграю. Ну что, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.